друзья мои, формула очень проста. Пенсии не будет. Система накопительной пенсии, когда работающий человек, скопированная с дурной западной системы, когда работающий человек из своей зарплаты должен платить взносы на содержание прежних стариков, советских, ну, советских или постсоветских, и накапливать на себя, еще содержать семью и прочее, не работает. Для того, чтобы эта формула работает, надо, чтобы у каждого было трое детей, чтобы на смену тебе шли как минимум там, тебе и маме шла в полтора раза больше работников, чтобы они могли содержать. Значит, вся эта формула написана для того, чтобы никто ничего не мог рассчитать. Замаскировать одну истину. Будешь работать до упада, и пенсии тебе не будет. Наше предложение, как партия дела, вернуться к советской системе. Пенсии выплачивать из бюджета не только за счет... Снять зарплаты работников, вот эти пенсионные отчисления, и платить за все, чего бюджета. Пусть государство думает, как увеличить свои доходы, как содержать стариков, как поддержать, кстати, рождаемость высокую, чтобы работников было. Кстати, пусть государство думает, как получить и промышленность новую, которая бы давала сумму доходов. Вот это наше предложение. А каждый человек, зная, что он получит из бюджета, ну, скромную пенсию, правда, скажем, она большой не может быть, пусть он, как в Советском Союзе, кладет на сбережения. Вот у меня бабушка. Она до конца жизни работала, в 67 она скончалась, вот. Но она получала пенсию 120 рублей, повышенную, да, она была ветераном труда, и она еще работала провизором в аптеке. И она зарабатывала так хорошо, за 200 рублей, ну, по советским временам очень хорошо. Да, только сейчас инфляция, да, пожалуйста, сделайте инфраструктурные облигации, гарантированные государством. Всегда, что они будут оплачены, с гарантированной доходностью 5% в год. Пусть люди свои сбережения несут в инфраструктурные облигации, на которые государство строит дороги, мосты, заводы, электростанции и прочее. Всегда может покрыть эти платежи. То есть это своего рода инвестиционные такие деньги. Пожалуйста, накапливай себе эти облигации на старость. Будет у тебя пенсия от государства и свои сбережения. И, кстати, люди будут вести себя гораздо более ответственно тогда. Вот наша программа, как партия делает.